Мы купили игру «Однажды в темном лесу», и дети сейчас будут в нее играть. Давай, Егор, начинай рассказывать. В одном прекрасном доме, там, где жили две вороны, и там же жил одно привидение, которое просто тупо смотрело в окно. На противоположной улице был автоматный центр, и мальчик хотел взять игрушку, а там оказалось привидение в кепке. Еще какой-то чувак искал что-то. Где же моя мама? У меня подшпани. Давай, Тань. А потом привидение вышло из дома, и оно увидела, как его родители обращались с ее подругой Машей и родители. И он это все увидел сзади машины. Там кот. Там не кот, что ли. Ну, это кот он. Ну, теперь я. И один раз... Привидение вышло из цирка, а мальчик его увидел и схватил его. А привидение говорило: «Отпустите меня!» И мальчик отпустил и спросил его: «Как тебя зовут?» А он сказал: «Я просто привидение». И он сказал: «Ну ладно, иди отсюда, давай уже скорее». Теперь ты. А можно кое-что сказать? Она бракованная. Надо знать. Да, да, это что надо было? Подождите. Она бракованная. Надо одну игру сказать. То, что надо. Она бракована. Не просто одну историю рассказать, а чтоб эта история к другой истории подходила. Ты же говорила, что привидение. Давай тогда построим историю, которой не будет. Как весело. Так, давайте следующую.